В Северной Осетии начали сбор подписей в поддержку одного из кандидатов – президента страны Владимира Путина. Во Владикавказе установлены специальные точки сбора. До конца месяца свое мнение могут выразить только граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. При себе они должны иметь паспорт. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. Для регистрации в кандидаты ему необходимо набрать 300 тысяч подписей избирателей. Причем в регионах действует потолок. Субъект может собрать не более 7,5 тысяч подписей. Очень хорошо, что в нашей республике организована эта работа, потому что те люди, которые хотят быть причастными к завтрашнему дню, у них есть возможность хоть как-то поучаствовать вот в поддержке нашего верховного главнокомандующего, нашего президента. Почему? Я вас когда увидел вот надпись «Вернулся за паспортом», почему? Потому что стабильность чувствуется, стабильность, развитие. Поэтому я могу сравнить, как и 90-е годы, и вот нулевые, и сегодняшнее время. Есть стабильное развитие, идем вперед. Ходят по-разному. Первый раз, как мы сейчас второй раз стоим, и намного больше людей подходит. В прошлый раз очень, а за 4 часа человек 5 подошло.